серии А Ювентус Аталанта. Ну, наверное, его сложно назвать центральным в туре, однако Ювентус есть Ювентус. И давайте я сначала представлю составы играющих сегодня команд. Я напомню, что Юве не особенно удачно стартовал в чемпионате. Напомню, что после 8 игр у него всего лишь 9 очков. Не от слова осел, а от слова камушка, в который затачивается что-то. Вот первый опасный момент сегодняшнего матча. От себя углу. Это Келлини, по-моему, бил. А для четвертой минуты это очень опасный удар. Вот они, соперники. По непредсказуемости результатов. Итальянская серия А. Угловой. Энергично начинает Ювентус. Удар прямо во вратаря. Посмотрите, пожалуйста, как все. От внимательности. Действительно, начали энергично, но счет-то 0-0. Если был. Маркизио. Погба. Падуин. Погба. Не видно мне, кто там слева. И удар. Парень, от которого очень многого ждут. В общем, Роберто Перейра. Дибало в последние минут 5 как-то выпал из игры. Клопосов в роли лидера в команде. Удар. Все-все. Отбита и эта атака, но она еще не завершена. Вторая волна. Погба. Дибала. Нужно бить. Удар. Гол. Как же залетело-то, а? Нет, нет, будет испарить толк. Давайте смотреть здесь. Был ли в офсайде футболист Ювентус? Ну, нет, ни на кого мяч не коснулся. Просто почему-то Спортьелло улетел в другую сторону. Мяч свалился с ноги Дибалы, но это не очень оправдывает голкипер Аталанта на самом деле. Вот. Куда уж мы, что называется, со свиным рылом в калаш наряд, хотя свиным рылом обычно называют представители другого клуба. Ну, в общем, все это не более чем непонятно что. А у нас 2-0. Марио Мандзюкич, о котором я начал рассказывать, забивает. Дибал ворвался слева. Вне игры нет, потому что Мандзюкич за линией мяча. Ну вот первый мяч забил фактически сам. Там, конечно, кто-то Дибала не делает. Да, подача. Подбора. Ну, удар совсем не точный. Лунный. Эврам. Два раза упал, на третий раз поднялся и ушел рывком. Вот это я понимаю, парень. Я бы вот его, знаете, с кем сравнил? Я бы... Футбольная шутка о том, что паучок свивает паутину вот в девятке ворот. В данном случае паучок, конечно, остался невредим, но умер от разрыва сердца. Нет, не ты. Приедет футболист Аталанты в Бергамо, скажет, как их слушать, как сыграть. Не обязательно это повторять. Нужно, хорошо бы, вообще было бы очень полезно. Но нельзя вот настолько требовать, к этому относиться. Это же нагнетает еще и напряжение. И... Ну, конечно, еще вот нужно было сделать это еще фирменное латиноамериканское. Так, Машка, где вам тут винтить в стену-то, чтобы вы полотенчика повесили? А, вот не получилось. Извините, извините. Может быть, даже терминатора.